кошка Матильда. У Матильды сегодня, между прочим, день рождения. Она пригласила друзей в гости, но появились чаем с вареньем. Угостила яблочным штруделем, который сама испекла. Было очень весело, гости пели, танцевали. А потом все вместе они отправились гулять. Собачка Пойзен вернулась домой чуть-чуть пораньше, затопила печку, вышла из дома, закрыла за собой дверь, обошла свое хозяйство, не забрался ли кто посторонний. Легла на крылечко и задремала. Созывает народ на пожар. Скорее! Скорее! Кошкин дом горит! А какой же пожар? Издеваки! Прибежали две собаки, рассуждают между собой, дом горит, пойдем домой. Матильда, как в дом набежала, а дыма без чувства упала, пламя под крышей гудит. Ну, неужели ж Матильда сгорит? Thank you.
огонь!